Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Больная Кудрявцева довела маленькую дочь. Известная телеведущая Лера Кудрявцева, мама двоих детей и бабушка одного внука. Ее старший сын уже вырос и сам стал отцом, а младшая дочка Маша сегодня, 9 августа, отмечает трехлетие. Маша появилась на свет в третьем браке знаменитости с хоккеистом Игорем Макаровым. Своей малышкой Кудрявцева не устает восторгаться в собственном аккаунте в Инстаграме. Для своих трех лет Маша отлично развита, к тому же она обладает очень сильным характером. Кажется, у девочки начался тот самый кризис трех лет. Она упорно отстаивает свои права буквально на все и часто ссорится с мамой. Накануне дня рождения дочки Кудрявцева опубликовала на своей странице в Инстаграме забавный ролик. На видео простудившаяся телеведущая лежит в постели, а маленькая Маша стоит у нее в ногах и пытается отстоять право на обладание всеми бумажными салфетками в доме. Девочка ни за что не соглашается отдать маме хотя бы один платочек и трогательно причитает: «Как я буду жить с одной салфеткой?» На все разумные доводы о том, что маме нужно высморкаться, малышка предлагает больной маме складывать сопельки в чашечку. Когда Кудрявцева все же отвоевывает одну упаковку платков, Маша начинает демонстративно рыдать, забившись в угол. Такой шуточный конфликт мамы и дочери позабавил поклонников телеведущей. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Большинство начало осыпать Машу комплиментами и отметило, что эта белокурая девочка точно не упустит своего в жизни. А еще посочувствовала звездной маме, которая, как и любой родитель, вынуждена терпеть подобные смертельные обиды трехлетки. Просто красотка. Она умненькая такая, деловая, просто огонь. Ой, мама будет воспитывать всех, какая же она сладкая булочка с этими салфетками, Машуля актриса маленькая. Но с ней договориться можно, это хорошо. В будущем она поймет, что нужно делиться, тем более с любимой мамочкой. Молодцы, хороший разбор. Мама молодец, нашла ниточку разборки. Потянула нитку из клубочка, и все разрешилось, пишут в комментариях. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.